буквально Петербург. Прославил Господа в мучении за свое, за святое его имя, один из самых древних угодников Божьих, почитаемых Русской Православной Церкви, святой Авраамий. Уроженец древней Болгарии, благочестивый и знатный купец, сознательно приняв в крещении Христа Спасителя, являясь словом апостольской проповеди и примером богоугодной жизни образ спасения, именно на этом месте, у древнего колодца, за свою верность Христу, праведник принял страдальческий венец, будучи казнен четвертованием после долгих и жестоких пыток. На обогренном кровью месте от воды, освященной подвигом верного своего, стали совершаться исцеления и чудотворения. И по сей день благодатью Божией святой мученик Авраамий Болгарский чудотворец незримо присутствует на этом святом месте, внимая молитвам, обращающимся к нему. Обычный маркетинг, надо как людей привязать, что-то пропиарить. На самом деле нет. На самом деле нет. Вскоре после его казни Болгар выгорел. И даже мусульмане говорили, это мы за невинно пострадавшего получили наказание. Ограбили нас, ушкуньки теперь сами себя, еще нашли себе горячий уголь в свою голову. А вскоре, видя это, к его могиле подошел, наверное, как кладбище, местный бабай, старик мусульманин, ослепший, и просил исцеления, и получил исцеление. И первый все равно мусульманин, еще раз повторяюсь, то есть тот мучкарь родной по плоти и по высшей вере. Он ушел без обиды с любовью к своему народу. Это поразительная вещь, это очень по-христиански, мне кажется. Вот. И потом всякие чудеса. Когда я приехал в 1988, здесь было вот как. Мусульмане приезжают сюда на Кабу, они называют Малый Хадж, к могилам своих предков, к месту принятия ислама. И обязательно приходить сюда, совершить намаз. Но просто почему здесь молятся, они говорили, здесь наш святой страдал. Вот. А и я повторяю сейчас, сколько раз был, когда служил священником, например, в Оренстеке, приезжали люди, говорили, это, Владимир, мы что, мы татары, мусульмане, нам сказали, здесь наш святой где-то лежит, уж больно помогает нашим. И я был свидетелем, подводил к мощам, говорил, вот он здесь лежит. Он говорит, а что нужно делать-то? Мы мусульмане, мы не можем с вами. А что можете? Поговорите с ним на родном языке, он нас услышит, поймет. И сколько было фактов, ну только один факт, вот один. Пример, что значит на этом месте, значит, как это действует. Женщина за 50-90-е годы отразил, сократили два высших образования, уборщица устроиться нигде не может. А там муж и две дочери в институте учатся. Им надо, ну, девочки, им же, это не парни, им надо туфли какие-то, колготки, один муж, он русский, православный, ну, крещеный, она мусульманка. Ее не берут нигде. Она ходила, говорит, мне надо высшее образование, такого опыта работы не надо. А вопрос, сколько лет? А, нет, не надо. Сколько лет? А, нет, не надо. А потом приходила так, говорит, мне 50 с лишним. У меня надо высшее образование, но я готов мыть посуду и полы на полставки. Не надо. И она в отчаянии приехала. И вот здесь что сказал наш святой. И она, вот, я помню, она, я подвел, я не успел отойти, она на родном языке татарском стала говорить с мучеником, захлеб. Она упала на колени, захлеб. Я не, старственника не знаю, что он говорит, я не знаю ничего. Но только я знаю, что через две недели было. Она приехала через две недели. Да, она уходила, говорит, я не знаю, говорит, у меня сердце раскрылось, что могу еще сделать? Я готова сейчас к чему. Я дал кастрюлю мучка время, говорит, наверное, мало здесь что поймете. Но может сможете читать, мы молимся каждый вторник. Как ваше имя? Она назвала имя. Мы будем за вас молиться по вторник, мучка время. Может, вы сможете с собором соглашение. Может, Бог как-то мне сам объявить. Через две недели она приехала. И она говорит, я читала. И такая, что я ничего не понимаю. Я читал, я думаю, что я делал, я не знаю. Для высшего образования славянского татарку. Вот. Но через две недели, говорит, раздался звонок в мою дверь. Он не работает дома. Я открываю дверь. Она ходила везде, просил с ней брать. Стоит мужчина, женщина. Мужчина помоложе, женщина постарше, говорит, ваша фамилия такая, тем такой-то. Вы вот того-то работали тем-то, говорит, ой, мы пришли за вами. Мы согласны на любую зарплату. Пожалуйста, пойдемте к нам. Она говорит, я столько не ожидала. А говорит, я, ну, нервы уже были. Меня прорвал, я заплакал. Мужчина говорит, мы вас оскорбили, мы чем-то вас обидели, мы не хотели плохого делать. Да нет. Говорит, вот что было. И рассказал, говорит, я без всех толстых не берут. Я поехал к нашему святому. Говорил с ним на родном языке. Но его почитают православные. Я читаю ему молитву, которую ничего не понимаю. Два раза. И вы появились, пришли ко мне домой сами. И зовите меня, предлагаю любую зарплату. И она приехала через две недели. И всем нам рассказала. После службы, в трапезной,
Она рассказала все это, плакала, села, встала, села, опять встала и говорит, поздравьте меня. Я не смогла сделать ничего другого, кроме пойти как креститься. Я крестилась. Молодец. Теперь мученик Авраам Святой Акафист. Я опять ничего не понимаю все равно, но я поняла, что я молиться буду. Молодец. Вот, вот такой уникальный факт. Вот это, поэтому я говорю, это не пиар, это не реклама, что здесь. Это правда. И другое слово одной паломницы говорит, во время, говорит, мученика Авраам памяти, здесь вот было, она находилась, молится, говорит, и как-то меня, говорит, куда-то повело мысль в сторону. Ну, бывает, нас, чё ж, это. Вот, говорит, и вдруг я слышу, кто-то стонет, плачет, и кого-то бьют. Я, говорит, это, вышел из этого состояния, кого, где, что это? Люди молятся, молитвы, что такое? Собрался мысль, что-то нехорошо. И слышу. Слышу побои, слышу стоны. И пока это кажется, я не могла от этого избавиться. А точка, аминь, все прекратилось. Он говорит, нет, что это? Говорю, а вы как думаете? Говорит, я такое чувство, что Бог дал мне почувствовать то, что пережил мученик Авраам здесь. Вот так, говорит. А когда было вот это вот заброшено, запахом, пирсом, бензином, мы все равно вот это брали. Когда все домой, и то, что было. Закупоренные намертво. Да? Угу. В течение несколько времени вода очищалась полностью, ни запах, ни вкус. Я, наверное, плохо знаю физику, и почему не могу объяснить. У всех. Вот такое явление. Мы на химической экспертизе задавали эту воду. Все минералы, вплоть до серебра, в Казани отправляли, нам сказали так, говорит, если бы тут бутылизировать это, говорит, у вас был бы хороший бизнес. Да, да, да. У нас бы духовно богатый вещь. Она уже идет. Не очень нравится эта система. И это те, кто делал камни, меня спрашивают, я немножко сунул, он сделал богатый. Да вот прямо здесь. Совсем как в русском стиле. Хорошо, вода, а мысль была не русский, а булгарский стиль. Вот это вот здесь. В эти дни с кем-то с нашими, в эти дни с кем-то с нашими, а или прямо так силу относительно этого. Сюда, к супругу, детишки, например, если есть желание. Таксист, например, у кого-то да. Да, 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 да. Да. Я... Yeah.